Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Садитесь, братья и сестры. Сегодня торжество Пресвятой Троицы. Да будет благословен Бог, Отец и Единородный Сын и Дух Святой, ибо сотворил нам милость Свою. Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы достойно участвовать нам во святых тайнах. Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Садитесь, братья и сестры, литургия слова. Чтение книги Исхода. В те дни Моисей, встав рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Яхве. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Моисей тотчас пал на землю и поклонился и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей непокорен. Прости беззаконие наше и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Слово Божие. Благодарение Богу. Боже, ты прихвальный и превозносимый. Боже, ты прихвальный и превозносимый. Благословен ты, Господи, Боже отцов наших, и хвальный и превозносимый во веки. И благословенно имя славы твоей святое, и прихвальное и превозносимое во веки. Боже, ты прихвальный и превозносимый. Благословен ты в храме святой славы твоей, и прихвальный и преславный во веки. Благословен ты на престоле славы царства твоего, и прихвальный и превозносимый во веки. Боже, ты прихвальный и превозносимый. Благословен ты, видящий бедный, восседающий на херувиме, и прихвальный и превозносимый во веки. Благословен ты на тверди небесной, и прихвальный и превозносимый во веки. Боже, ты прихвальный и превозносимый. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Чтение второго послания святого апостола Павла к Коринфянам. Братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга любознанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Слово Божие. Благодарение Богу. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Слово Господне! Слава тебе, Христе! Евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения. Дорогие братья и сестры, сегодня праздник и торжество Пресвятой Троицы. Сегодня прочитали мы из 2 Коринфянам самый финал этого послания, где апостол Павел делает одно из самых ранних литургических упоминаний Святой Троицы в конце. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Познать Бога, Святую Троицу, очень трудно. Знаете, я где-то прочитал, что французского писателя Ги де Мопассана очень раздражала Эйфелева башня. Он ее терпеть не мог, не любил, видел в ней массу архитектурных недостатков и эстетических. И, несмотря на это, он ежедневно обедал в ресторане Эйфелевой башни. И когда его спрашивали, ну почему ты так не любишь же Эйфелеву башню, почему ты там каждый день обедаешь? Он отвечал очень просто и логично. Это единственное место в Париже, откуда не видно Эйфелевой башни. Сегодня многие люди смотрят на церковь и видят в ней массу недостатков. Она их раздражает. И я с годами понял, что лучше всего не видно недостатков церкви, если ты находишься внутри церкви. Вот снаружи всегда есть о чем там поговорить. Недавно мы разговаривали с моим давним другом, и очень хорошо прошла беседа с пастором Сергеем Суховым из Тольятти. И по итогам нашей 2,5-часовой беседы, собственно, мы пришли к одному очень простому тезису, в чем вот разница между исторической церковью и протестантизмом. Вопрос на самом деле стоит в том, что приоритетнее, вера или принадлежность церкви. Вот протестанты говорят, ну мы же вот стараемся верить правильно по Библии, поэтому нам не важно принадлежать вот к церкви. Поэтому мы вот как бы спасемся, потому что для Бога вот вера приоритетнее. И, конечно, мы об этом много говорили, я на разные лады говорил о том, что нет, ну это неправильно, потому что нельзя ставить даже так вопрос, что важнее, все равно что спрашивать, что важнее, есть или пить. Ну и, как всегда, у меня лестничное остроумие, это хорошая мысль приходит после, и вот я прям корю себя, что не сказал про потоп. Но вот действительно, вот был потоп, ведь святой апостол Петр сравнивает наше крещение со спасением людей, человечества в водах потопа. Вот что важнее было, поверить Ною, ну вот, что потоп случится, или войти в ковчег? Действительно, ведь глупо даже так вопрос ставить. Если ты Ною поверил, что будет потоп, и все умрут, то нужно либо какой-то свой ковчег построить, ну, никто не построил, никто, собственно, и не поверил, да, но ты сильно рискуешь, потому что ковчег-то строить никто не умеет, кораблестроения тогда еще не было, вот, либо надо просто войти в этот ковчег с Ноем, если ты действительно ему поверил, а если ты не поверил, то ты и в ковчег, собственно, не войдешь. Поэтому эти вещи настолько взаимосвязаны, что даже глупо сравнивать и спрашивать, что приоритетнее, потому что одно без другого просто не работает. Многие умы пытаются познать тайну Пресвятой Троицы и понять, в чем же красота, логичность и стройность христианства. Не только в красоте парадоксальных, вероучительных, догматических формул, таких как триадологическая формула, но и нужно иногда войти внутрь церкви,
чтобы что-то понять, чтобы это перестало казаться тебе чем-то несуразным, некрасивым и раздражающим. И не случайно именно внутри церкви у нас пропадают какие-то глупые противоречия, когда мы говорим: «Троица святая, слава тебе». То есть тебе — это же единственное число, а Троица — это же вроде бы как три. И поэтому мы говорим: «Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святой, посети, исцели немощи наши имени Твоему ради». И именно тогда вместе с Гавриловым Романовичем Державиным мы можем воскликнуть: «Дух всюду сущий, единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Что делать, чтобы познать тайну Троицы? Надо быть в Церкви Христовой. Когда-то святой Василий Великий написал в своем сочинении «Против Евномия» такие очень важные слова: «В Сыне познавай Отца, в Отце прославляй Сына, ибо хотя бы и хотел ты, Божество не рассекается, и хотя расторгнутся еретики, но Троица не расторгнется, ибо Святая Троица есть святая верфь», «Треплетенная верфь» из Екклесиаста 4 главы, «и досточтима в одной вечной славе. Сие божественнейшее, чудеснейшее сплетение не расторгается, по написанному: ветвь треплетенная не расторгнется. Ибо когда все действуется Богом через Иисуса Христа в Духе, неотлучным вижу действование», по-гречески «энергию, Отца и Сына и Святого Духа. Посему-то все святые храмы Бога и Сына и Духа Святого, в них живет единое божество, единое господство и единая святость Отца и Сына и Святого Духа через святыню крещения». Василий Великий сравнивает Троицу с треплетенной вербью из книги Екклесиаста. По-моему, в синодальном переводе там как-то гораздо менее поэтично сказано: «Нитка втрое скрученная не скоро порвется», в синодальном переводе. Но на самом деле там речь идет о канате из трех веревок, который как бы есть единый, но из трех веревок. И Екклесиаст подразумевает под действием связующей верви некую общую энергию Отца и Сына и Святого Духа, специально подчеркивает, что в этой энергии три ипостаси друг от друга неотлучны. А дальше вот святой Василий Великий говорит о том познании Бога, которое дается нам энергией Божьей через крещение, то есть внутри церкви. Вне церкви, вне правильного крещения этого познания просто нет и быть не может. Потому что спасение — это не просто какой-то юридический акт, когда Бог возвещает: вот ты был виноват, приговорен к смерти, а теперь ты помилован. Спасение — это обожение, это дарование нам естества Божьего. А вот обожение нас через таинство, в частности через легитимное крещение, а потом и через Евхаристию и так далее. А вне церкви, то есть вне обожения, никакого познания Бога как Троицы, никакого спасения нет и быть не может. И даже просто энергия Божья такого познания не даст, поскольку все три ипостаси имеют различия по отношению друг к другу, то только тот, кто участвует во внутренней жизни Троицы, может эти различия увидеть. И вот люди святые являются храмами Святой Троицы, ее жилищем. И это возможно только во Христе, который есть глава Церкви, а не просто в ипостаси Сына, но именно благодаря Его воплощению, связи с человечеством. Недаром святой Василий Великий говорит о действовании Богом через Иисуса Христа в Духе, а не просто через Сына, как можно было бы ожидать просто в каком-то теологическом контексте. То есть энергия Божия дает познание Бога как Троицы тому и только тому, кто сам живет внутри Троицы. А войти внутрь Троицы можно только через тело Христово, приобщившись к Церкви. И для такого человека Троица открывается.
Энергия Божья такому человеку дает узнать Бога Троицы, каждому святому. И вот святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит примерно о том же самом. 13 глава. Только здесь он дает некие практические советы о том, как нам существовать, каков должен быть наш способ существования внутри церкви, для того, чтобы Бог любви и мира был с нами. И чтобы вот благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа, то есть энергия Святой Троицы, действовала в нас. Здесь несколько повелений, буквально 6 повелительных таких призывов, повелительных глаголов в повелительном наклонении. Давайте их рассмотрим. Во-первых, для того, чтобы познать Бога, Святую Троицу и быть в Его Церкви, нам нужно радоваться. Хайрите, радуйтесь. В переводе с греческого это буквально означает радость, наслаждение. Но если мы будем исследовать узус, или вот, ну скажем так, историю применения этого глагола святыми писателями в Библии и не только, то мы увидим, что это не просто радостное чувство, а это, ну, такой очень широкий спектр. И вот эмоционально больше всего, ну, нас трогает то, что у этого глагола «радуйтесь» есть значение, чувство, что тебя буквально, ну вот, пронесло мимо опасности. Вот то чувство облегчения, когда ты чувствовал, когда ты думал, что вот уже все, и вдруг оно вот прошло мимо тебя. Что-то подобное испытывает студент, когда думал, что все, завалил экзамен, а вдруг, оказывается, получил хорошую оценку. Или я помню очень хорошо это чувство. Его очень сложно просто вот отождествить с радостью. Я ехал, еще работал в палаточной миссии, и возвращался один, как сейчас помню, из города Курган в Самару. Это почти 2000 километров. И я был за рулем все эти 2000 километров. Один, и я уже очень устал. И я уже подъезжал к Самаре. И вдруг там была узкая дорога, всего две полосы. Одна в одну сторону, другая в другую. Без какого-либо ограждения посередине. И вдруг я увидел, что КамАЗ, который шел навстречу мне, вдруг резко пошел на мою полосу и теперь едет ко мне прямо в лоб на огромной скорости. И я на большой очень скорости, и КамАЗ на большой скорости. Я успел сообразить, что водитель уснул, что он потерял управление, а может быть ему стало плохо, я не знаю. И, ну, то есть, и что делать? Ну, это же какие-то доли секунд. То есть я дольше рассказываю. Ну, то есть, все кончилось еще на первой фразе, когда я произнес слово КамАЗ. Ну вот, потому что я инстинктивно вильнул влево, навстречу, КамАЗ ушел вправо, слава богу, не было обрыва по обочине, он черканул землю, видимо, от вот этого проснулся, или ему как-то стало сразу хорошо, и он по обочине выровнялся, ушел на свою полосу, втопил газ и уехал. Ну, он испугался, потому что... Ну, другой водитель, не такой верующий, как я, мог бы за это и убить, конечно. Ну, просто. А я съехал на обочину противоположную, благо дорога была пустая. Вот это же тоже такой момент. Пустое абсолютно шоссе. Как мы вот встретились вот так вот. И еще и разъехались. И вот в этот момент, когда я остановился, я выключил просто мотор, и я минут 10 или 15 вот сидел и испытывал то, что пишет апостол Павел. И это не было, ну, то есть я не скакал, как сумасшедший. Это было ощущение, скорее, прострации, но какого-то такой вот с очень положительной коннотацией. Заново родился, говорят, в этот момент. Вот просто... Прям в этот момент какая-нибудь бабушка досужая должна сказать, обязательно сходи в храм, свечку поставь. Потому что, ну вот прям, вот вообще, о.
И это, вот это вот говорит апостол Павел, делайте. Почему? Что нам дает такое ощущение? А то, что в таинстве крещения, конечно, смыты нам все грехи. Потому что вот уже надвигался на нас ад всей своей мощью, и вдруг все прощено, вот просто абсолютно вынесло нас туда, где жизнь. И убитель, ангел, просвистел мимо нас и улетел прочь. Второе, усовершайтесь, говорит святой апостол Павел, греческое слово катаридзесте, буквально означает исправляйтесь, катаридзе, от слова катарос, чистый катар, была такая секта, вновь приводить в порядок, восстанавливать, умиротворять, чинить, направлять, вести, снаряжать, снабжать и укомплектовывать. Вот такой широкий спектр значения этого слова. Усовершайтесь, исправляйтесь, буквально чинитесь. Да, такой пит-стоп у христианина должен быть. Если он хочет быть в Церкви Христовой, он должен не только радоваться вот о таинстве крещения, о прощении грехов, он должен постоянно, ну вот какой-то пит-стоп себе устраивать, менять колеса, как так вот на гонках всегда делают. Преподобный Серафим Саровский пишет об отчаянии такие слова: «Как Господь заботится о нашем спасении, так и человекоубийца дьявол пытается довести человека до отчаяния». Иуда, предатель, был малодушным и неискусным в обране, поэтому дьявол, увидев его в отчаянии, напал на него и заставил удавиться. А Петр, твердый камень, впав в великий грех, как искусный в борьбе, не отчаялся и не потерял присутствие духа, но пролил горькие слезы из теплого сердца, и дьявол при виде этого убежал от него, как опаляемый огнем. Итак, братья, учит преподобный Антиох, когда нападет на нас отчаяние, не должны мы ему поддаваться, но укрепляемые, ограждаемые святой верой, с великим мужеством скажем лукавому духу: «Что имеешь ты с нами, отступник от Бога, беглец с неба и лукавый раб? Не смеешь ты причинить нам никакого вреда. Христос, Сын Божий, имеет власть над нами и над всем, а ты, губитель, удались от нас. И укрепляемый его чистым крестом, мы попираем твою змеиную главу». Усовершайтесь, говорит святой апостол Павел, бегите к таинству исповеди. Оно есть только в Церкви Христовой, и только там вы сможете починиться, снова пойти. Третий глагол «утешайтесь», «паракалейсте», «утешайтесь» – это глагол «паракалео», «призывать», «звать», звать, приглашать, поощрять, ободрять, увлекать, убеждать, просить, доводить, советовать, звать на помощь, утешать, разжигать, раздувать и разводить. Широкий очень семантический ареал у этого слова. Параклет – это наименование Духа Святого, Дух Святой, Утешитель. Но здесь вполне ясная этимология – звать, пора, приставка, и калео, зову, призывать буквально. Как же слово с этимологией «призывать» превращается в глагол со значением «утешать»? И это, ну, греки очень хорошо знают психологию человеческую. Это из детства. Когда ты нуждаешься в утешении, когда ты совсем маленький, что ты делаешь? Ты зовешь. Мама. Ты зовешь на помощь маму, ну или папу, если мама куда-то уехала, на худой конец. Ты бежишь к маме и говоришь: пожалей меня, тебе очень хочется, чтобы тебя пожалели. Утешайтесь. Утешайтесь в молитве, зовите Бога на помощь. Господи, подщись и погибай. Зовите Святую Богородицу, подщись и погибаем от множества прегрешений. Идите на святую мессу, созерцайте величие славы Господней. Чувствуйте умиротворение в молитве святого Розария. Когда окружат тебя Господь Иисус Христос, Богородица и святые Его, и все будут,
как Лев Толстой гладит тебя по головке и говорит: утешься. Утешайтесь, зовя на помощь. Вот что имеет в виду святой апостол Павел. И это возможно только внутри церкви. Потому что вне люди не знают о помощи святых, а Пресвятой Богородице. Четвертое. Будьте единомысленны. Буквально думайте одно. Причем так устроена грамматика греческой фразы, что я бы вот сразу своим дирижерским умом перевел это как «уравнивайте разноголосицу мыслей в унисон». Есть такое понятие «унисон». Если бы хоть раз, ну, обладая тонким слухом, настраивали гитару, ну, например, вам нужно, чтобы две струны звучали в унисон. Одну вы зажимаете на пятом ладу, и они вот в кварту тогда настроены, дергаете соседнюю и эту. И надо слушать, очень внимательно слушать, потому что унисон – это когда две струны звучат, и между этими звуками нет грязных призвуков. Ты слышишь так называемые биения сначала, грязные обертоны, которые не принадлежат, если вот этим звукам, когда струны не настроены. Потом ты медленно вращаешь колок, и в какой-то момент, словно по волшебству, вся грязь исчезает. И получается унисон. Мусор исчезает, вот, звуковой мусор, и получается чистый унисон или чистая октава, если это соседние две толстые и тонкая струна. Или если вы поете в хоре. Я очень хорошо помню, это вот совершенно обалденное ощущение и чудо. Я студент первого курса музыкального училища. Я до этого 7 лет пел в пионерском хоре, но я этого никогда не слышал. И просто волшебница, дирижер хорового, заведующий дирижерско-хорового отделения Ольга Агибалова проводит первую репетицию хора в музыкальном училище. И, естественно, она требует от нас унисона. Ну как унисон? Басы, сопрано, между ними две октавы. И она говорит: слушайте, закройте глаза просто, и мы на цепном дыхании поем. И вдруг она говорит: вот, запомните. И мы... Она говорит: слушайте, слушайте, вот там справа, справа вот где-то вверху, обычно вот так, если хор правильно поет, вы услышите обертон чистой квинты. И мы такие: что она городит вообще, какой обертон чистой квинты? И вдруг я слышу, вдруг я ее услышал. Как так? Мы поем одну ноту, а звучит еще одна. Вот ровно на квинту выше. Потому что в резонанс попали, правильный резонанс. Это просто было чудо. Я потом ходил как дурак. Ну, она потом объясняла нам физику этого процесса. Там нажимаешь на клавишу, на пианино, а потом типа на октаву ниже и звучит обертон. А-а-а! Унисон. Все исчезает. И я это потом понял. Спустя 4 года я сдавал госэкзамены по дирижированию, и там нужно было работать с оркестром. Тебе по жребию достаются ноты, которые ты видишь первый раз в жизни. Ты должен раздать партитуру оркестру и при председателе госкомиссии начать работу с оркестром, разучивать новые произведения. И мне достался Брамс, венгерский танец. Это же ужасная штука. Ну, во-первых, в быстром темпе сразу. Ну, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И я думаю, что делать? Я раздал ноты. Эти балбесы играть не умеют. Ну, младшекурсники, оркестр студенческий. Они же все, кто там в саксофоны дует, кто еще во что-то. И они, конечно, заиграли, что Бог послал. И я чувствую, что экзамен я проваливаю. Я начинаю повышать голос, я начинаю там включать всю педагогику. Ну, значит, там говорить, что нужно делать, как нужно играть. Ну, в общем, я промучился положенные мне 20 минут.
А потом председатель госкомиссии, он меня как-то за что-то полюбил. Он встал и устроил разнос. А это хорошо. Это признак, что тебе хорошую оценку поставили. Потому что если ты не понравился, тебе просто ставят плохую оценку. То есть твою работу не разбирают. И он сказал, а надо было просто взять первую ноту и добиться, чтобы они играли не фальшиво. Просто надо было взять первую ноту и не слезать с ним. Не надо мне показывать свое мастерство. Добейся конкретного результата. Все, что у тебя есть, вот оркестр, он играет фальшиво, ты же это слышишь. Добейся, чтобы они хотя бы одну ноту сыграли правильно. И я, знаете, этот урок запомнил как-то на всю жизнь. Он потому что долго потом он раздухарился и говорил, вот из-за вас, вот из-за таких вот. Тут, говорит, пригласили наш оркестр сниматься в кино, духовой оркестр, и говорят, что-то вы больно стройно играете, не должен духовой оркестр стройно играть. Ну-ка все расстройте инструмент. Неправдиво получается, никак в жизни. Вот из-за вас, вот из-за таких. И я подумал, это действительно то, о чем пишет апостол Павел. Будьте единомысленны. Старайтесь попасть в унисон. Сначала это унисон катехизис. Пожалуйста, если вы с чем-то не согласны, сейчас ведь такой век, чуть что человек говорит, я, знаете ли, вот не согласен с матерью церковью. Подожди. Посиди, послушай сначала. Попробуй помыслить в унисон с катехизисом. Успеешь не согласиться, успеешь построить свой аккорд. Посиди сначала и послушай. И выстройся в этот унисон. Потом ты услышишь вдруг чудо. Вдруг заиграет обертон гармонии богословских мнений. И, наконец, ты научишься не только слышать музыку симфонии Святой Троицы в вечности. Не только высокое богословие станет тебе доступно, но ты научишься, как тот же Державин говорит, благодарные слезы лить. И это, возможно, действительно только в Церкви Христовой. И начинается все с катехетического унисона. Наставления, которые слышим мы в Святой Проповеди на каждой мессе. Пятое повеление. Будьте мирными. Живите мирно. Иринео, живите мирно. И здесь долго говорить даже не нужно, потому что мир Божий излился в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это любовь Христова, данная нам в Таинстве Евхаристии. Она умиротворяет нас. Жертва Христа примиряет нас с Богом. Каждую мессу на алтаре совершается жертва. Мы приобщаемся к той самой жертве, при помощи которой Бог излил мир на нашу землю. Ну и, наконец, шестое повеление. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Я вчера читал, так получилось вечером, и как-то вот, готовясь, читал письма святого Николая Сербского. Я в последнее время все больше люблю читать письма, потому что вот, ну, человек по-настоящему уже пишет, вот человек дает какие-то советы. И вот очень интересную проблематику он в одном письме затрагивает, такую, казалось бы, очень простую, ну, бытовую. Ваш приходской священник умер, пишет он одному, и на его место пришел совсем молодой батюшка. Прежнему священнику вы с радостью целовали руку при благословении, но целовать руку священнику, который много моложе вас, вам кажется неудобным. Разве вы не знаете историю о князе Милоше, ну, один из сербских князей, и молодом священнике? История эта такова. Один молодой священник служил литургию в Крагуевце в присутствии князя Милоша. Старый князь был очень благочестив, приходил в храм задолго до начала службы, до конца богослужения стоял как вкопанный и сокрушенно молился Богу. Когда молодой священник закончил службу, он вышел из алтаря с крестом и антидором
Князь подошел, чтобы приложиться ко кресту и поцеловать священнику руку. Но молодой человек отдернул руку, словно стыдясь того, что пожилой человек, князь, хочет поцеловать его руку. Князь Милош посмотрел на него и сказал: «Дай мне поцеловать руку, ибо не твою руку целую, а твой сан, который древнее меня и тебя». Думаю, что это объясняет все. Старый князь изрек в церкви слова от самого Духа Святого. Сами подумайте, если вашему священнику 25 лет, то его сану 1900 лет. И когда вы целуете ему руку, вы целуете сан, который от апостолов Христовых перешел на множество служителей алтаря Божия. А целуя священнический сан, вы целуете всех великих святителей и духовников, которые этот сан носили, начиная от апостолов и до ныне. Целуйте святого Игнатия, святого Николая, святого Василия, святого Саву, святого Арсения и многих других, которые служили украшением земли и стали украшением небес, которые названы земными ангелами и небесными людьми. Целование руки священника – необычное целование, но по слову апостола Павла – целование святое. Целуйте же без смущения благословляющую руку и сан, который благословлен Духом Святым. Целовать руку того, кто младше нас по возрасту, слушать того, кто моложе нас, хорошо еще и потому, что это охраняет от надменности и учит смирению. Я прочитал и подумал, ничего себе, я как раз по 2 Коринфянам про целование святое. Конечно, вот целуют руку священнику, еще и понимают это так, что целуют руку Христа, дарующего вам причастие. Поэтому, например, у диакона не берут благословения. И есть целый живой этикет с этим связанный. Но у нас вот священники в ужасном положении получаются, потому что если есть архиерей, то при архиерее у священников благословения не берут. Но если вот вдруг меня нет, то не стесняйтесь подойти к священнику и попросить благословения, сложив руки и поцеловав руку, дающую вам причастие. И в этот момент вы целуете не руку отца Георгия, не руку отца Алексея, вы целуете руку Христа. Христа, дарующего вам свое тело и свою кровь. И это только одно применение этого стиха. Конечно, мы все знаем, что в конце святой мессы перед причастием у нас есть приветствие мира, и раньше церковь действительно совершала лобзание святое, да, вот мужчины с мужчинами приветствовали друг друга целованием. Это было нормально в той культуре. Сейчас уже нет вот живой такой традиции именно целоваться, да, но обнимаются, пожимают руки. Ко мне после прошлой мессы Семен подошел и спросил, почему мы раньше обнимались, пожимали руки, теперь просто кланяемся. Я сказал, ну это из-за пандемии, это ввели такое послабление, и что-то как-то не можем уже, вот как традиции, видите, складываются. Теперь уже ведь пандемия закончилась официально, даже ВОЗ, можно уже снова обняться, если что, и пожать руки. Но самое главное, это ведь общение святых, молитва святых, и молитва святым, и их заступничество. И тоже я читал вот биографию одного священника, у него умерла жена. И он настолько горевал, столь непосильной для него была эта горечь утраты, что он начал сильно пить. Каждый день поминал жену в своих молитвах, плакал и все больше пил. И было понятно, что он становится алкоголиком, и справиться с алкоголизмом он уже не может. И вот однажды к нему пришла одна прихожанка и рассказала, что видела сон. Во сне к ней явилась его умершая жена, и между ним произошел такой диалог. Эта вот умершая жена сказала: «Знаешь что, первым делом налей мне водки, пожалуйста». «Вот ты же никогда не пила при жизни, матушка», – удивилась прихожанка. «А ты знаешь, мы же с мужем-то одно, и теперь вот мой муж приучил меня к этому своим нынешним пьянством». И этот рассказ настолько потряс священника, ну уж не знаю, что тут было на самом деле, то есть вряд ли, конечно, там на небесах матушка испытывала проблемы с алкоголизмом, но какой-то был, видимо, здесь дидактический прием.
Но он навсегда бросил пить, принял монашество, стал епископом, и всему миру он известен как владыка Василий Радзянко. Это его рассказ, он сам рассказывал об этом. И скончался в сане епископа одного из действительно великих святых. И я подумал, это очень созвучно со словами Владимира Высоцкого: «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые». Это очень христианские слова, потому что они не мертвы. Приветствуйте друг друга лобзанием, святые. И иногда святые люди, которые уже ушли, и просто наши братья и сестры, подают нам неожиданный привет. Как-то через Господа, через сон, через ангела. Но происходит общение. И, конечно, общение наше, общение членов церкви, чаепитие, приходская жизнь, какое-то совместное делание. Все это возможно только в Церкви Христовой. И через это познается тайна Троицы. И Бог любви и мира будет с вами, говорит святой апостол Павел. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Эти слова мы произносим в начале каждой мессы. Итак, познавайте Святую Троицу в теле Христовом, в Церкви Его. Сегодня мы славим Пресвятую Троицу за то, что она есть для нас. Мы славим ее всегда, когда говорим «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Начиная каждое дело, христианин осеняет себя крестным знаменем и говорит «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», исполняя слова Писания: «Все делайте во славу Божию, все делайте во имя Иисуса Христа». Мы славим Пресвятую Троицу, когда сами живем для других. Тогда мы становимся как бы стеклом, как бы витражом, сквозь который проникает солнечный свет, и людей может согреть. Мы становимся зеркалом, в котором видны лучи солнца, в котором отражается солнечное сияние, полное света и тепла. И наша жизнь становится отблеском триединого Бога, Святой Троицы. Мы, как Бог-Отец, замечаем страдания наших братьев. Как Бог-Сын берем на себя их тяготы. Как Бог-Дух Святой утешаем их, придаем смелости. И тогда другие могут убедиться, что Бог при Святой Троице устремляется к ним и делится с ними своей божественной жизнью. Аминь. Давайте встанем и исповедуем нашу общую христианскую веру. Пьется и грация на себя. Верую во единого Бога Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и грядущего со славою судить живых и мертвых, и царство его не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и в единую святую вселенскую и апостольскую церковь исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, прославляя Святую Троицу, едино и нераздельно, смиренно воззовем к Отцу нашему Небесному, через Сына Его Иисуса Христа, в Духе Святом.
Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Отче, Сын Твой послал апостолов учить и крестить все народы. Помоги Церкви Твоей в Святом Духе проповедовать Твое Слово по всему миру. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Отче Небесный, наполни патриарха нашего Леонарда, меня недостойного, всех священников апостольским усердием в проповеди Святого Евангелия. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Отче, святым крещением соделавший нас Твоими детьми, даруй всем людям увидеть Твой образ в ближних. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Отче, Духом Святым ведущий Твоих верных ко спасению, просвети умы и сердца всех пребывающих в сомнениях и смятении. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Отче, дарующий жизнь всем созданиям, соделай, чтобы наши усопшие обрели со Христом наследие жизни вечной. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Отче, Сын Твой пребывает с нами во все дни до скончания века. Позволь нам, исполненным Святого Духа, видеть Его присутствие среди нас. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Молим Тебя о наших приходских нуждах, прощении грехов, о укреплении веры, о физическом и душевном здоровье, о лечении памяти, о мире в Украине, о строительстве дома за семью Андрея и Натальи, построить дом лету для детей. Благодарим за успешное завершение проектов на работе, удачного поиска новой работы. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Молим Тебя о здравии Ксении, Светланы, Александры, Тамары, Дмитрия, Борьбы, Ксении, Сергея, спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Молим Тебя о упокоении. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Боже, Отче, мы дети Твои, искупленные кровью Твоего Сына и освященные благодатью Святого Духа. Прими наше благодарение и внемли нашим молитвам через Христа, Господа нашего. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Будем готовиться к Святой Евхаристии, собирать пожертвования, созерцать славу Господа.
Омой меня, Господи, от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени Святого, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Помолимся. Господи Боже наш, освети дары нашего служения, над которыми мы призываем имя Твое, и соделай нас самих вечным даром Тебе, через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Вознесем сердца. Возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно ли это и правильно? Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарим Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже, Ты с единородным Твоим Сыном и Святым Духом, единый Бог, единый Господь, не в единые лица единичности, но в единой сущности Троицы, ибо веруя в Твою славу, Твоим откровением нам явленную, равно веруем во славу Твоего Сына и во славу Духа Святого. Так что, исповедуя истинное и вечное Божество, мы поклоняемся и каждому из лиц в их единой сущности и их равному величию. Тебя славят ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, во все времена непрестанно взывая и единым глазом восклицая. Через Сына Твоего Иисуса Христа.
через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Спасительными заповедями, вдохновленные божественными наставлениями, наученные, дерзаем взывать: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на все день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостивый мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей и по воле Твоей благоволю мирить и объединить ее. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Мир Господу нашему да будет всегда с вами. И со духом твоим. Приветствуйте друг друга миром и любовью.
усилием мы ставим, Господи, да примем чистую душу, и от временного дара да будет нам врачевание вечное. Помолимся. Господи Боже наш, да приведет нас к спасению души и тела, принятие этого таинства и исповедание вечной Святой Троицы и нераздельного ее единства через Христа Господа нашего. Аминь. Садитесь, братья. Есть ли объявление, свидетельство? Ну что ж, тогда в среду, в четверг, соответственно, это будет 8-е число, у нас будет снова святая месса, которой будет служить отец Алексей в 249-м кабинете. Закончились пасхальные торжества, пасхальные празднества. Началось у нас сейчас уже рядовое время, но в следующее воскресенье, если Бог даст жизни, 11 июня, мы будем праздновать торжество святейшего тела и крови Христа. Это особое такое богослужение, когда мы поклоняемся живому Христу во святых дарах. И, к сожалению, пока вот все еще не можем приобрести монстрацию для хранительницу для выставления святых даров. Все молимся о том, чтобы когда-нибудь нам разбогатеть настолько, чтобы ее приобрести. Она еще стоит такого самолета. Потому что она, видимо, красивая. Вот. А аналоги с Алиэкспресс почему-то они, ну, все какие-то маленькие, настоящие. Все они функционально не подходят. Ну вот, и по поверку оказываются мощевиками, хотя и пишут, что это даже хранительница. Ну, в общем, вот такая проблема, молитесь об этом. Так что, тем не менее, мы будем праздновать это торжество, если Бог даст жизни в следующем воскресенье. Пусть Господь даст нам и силу, и здоровье для этого. Ну а сейчас давайте встанем, преклоните голову вашу, примите Божие благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Аминь. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Аминь. Да обратит лицо свое на вас и даст вам мир. Аминь. И благословение всемогущего Бога, Отца и Сына, и Святого Духа да снизойдет на вас и пребудет с вами всегда. Аминь. Могущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Месса совершилась. Идите в мир. Благодарение Богу.